Привет, Илон. Ну, мы видим еще и новое лицо для музыки Латвии. Егор, я хочу, чтобы ты рассказал об этом нашему гости. Hello. Сразу хочу предупредить, что он по-русски не понимает, говорит по-английски. Его зовут Амин Наами. Он из Марокко. Здесь он немножко по другим делам, как бы, но в какое-то время он будет здесь, и мы с ним познакомились, и вот сотрудничаем, тоже вместе играем. Назовем это творческой командировкой. Да, я могу сказать даже, что у нас в Латвии нет такого уровня фламенко, настоящего фламенко-гитаристов именно. Вот, как, то есть вот Амин живет в Марокко, играет фламенко. Да. I think that you understand. Сейчас он понимает этот набор слов. Впрочем, мы можем не удивляться, потому что ты ведь тоже живешь в Латвии, играешь фламенко, и, собственно, связь... Вот, такая же, логики нет. Просто эта музыка имеет какую-то особенную магию и умеет в себя влюблять и слушателей, и самих музыкантов. Да. А вот вспомни, как...